Можно я их рассредоточу чуть-чуть? Даже быстрее. Я понимаю, что все хорошо, но... Где буду утилизировать трубку? Лучше ее пока не нервировать. Мы ее лучше на улицу выпустим, вы ее сюда. Сколько времени, когда можно было забрать? Ну, месяц. Реально уже можно забирать их для того, чтобы складывался определенный социальный, так скажем, совместный проект между людьми и такими животными. Их после месяца рекомендуется уже забирать и, ну, заниматься с ним непосредственно каждому хозяину, заниматься непосредственно с таким маленьким вот ребенком. Да, я успел всех подержать, но у нас остался вопрос, что из четырех возможных малышей нам нужна девчонка. Вот, поэтому и... Да, мне это, я первый ее взял в руки, и она после того, как осмотрела уже всех, она потом опять пришла ко мне на руки и опять и сделала уже кучку. Поэтому тут уже просто вариантов больше не было. Других вариантов не раз. Угу. Хонна и зоо. Угу. На английском пишите. Хонна и зоо. Домашний зоопарк. Зоо. Дочка ком. Юва. Маша. Так, быстренько, ребята, ей холодно и некомфортно. Она первый раз на улице, и это все, ну, реально состояние стресса у ребенка.